27 марта я начал съемку фильма о строительстве теплицы из подсобных материалов. Вот я приготовил рамы вокруг. Вот они. Вот там двери желтые из рам. Вот такие дуги будут сверху. Теплица имеет размер 2 метра 15 сантиметров на 6 метров длиной. Сейчас я буду копать первый слой. Вот я начал копать первый слой. Привезли земли черной из леса. И иголки с шишками из-под сосны. Вот такое начало. 24 апреля 2014 год. Я собрал каркас теплицы. По имеющимся уже рамам. Вот они лежат. Почти готовые. Рамы достались почти бесплатно. Соседи, по моей информации о том, что я делаю теплицу, давали мне всякие остатки рам, которые не пригодились. И затем одна из соседок, Эльвира Ивановна, сказала: а вот губернатор Владимирской области Светлана Орлова выделила деньги на реставрацию старой школы. И там рабочие сняли старые рамы, которые красились каждый год к 1 сентября, что меня вполне устраивает. Сейчас я начну их собирать. Продолжение следует. С помощью дрели я сверлю отверстия вверху, два отверстия. Потом закручиваю верхний брус. А внизу я сверлю вертикальные два отверстия. Закручиваю шуруповертом 100-миллиметровые шурупы. Вниз. Вот первую раму я вставил. Выглядит она так. Думаю, что сегодня застеклю две стороны. Суббота, 5 апреля. Я застеклил восточную, западную и северную сторону рамами из Красногорбатской школы. Захожу внутрь. Выше моего роста. 1,90 м высота. Вот здесь я сделал на северной стороне вот с таким порожком окно высотой 1,5 метра и шириной 38 сантиметров. Фиксируется шпингалетом и на ночь закрывается также шпингалетом, чтобы стекло было целое. Вот так выглядит северная сторона. 9 апреля я заканчиваю монтировать крышу для теплицы. С помощью шуруповерта и дрели делаю отверстие для саморезов, закрепляю необходимые уголки
И вот это вот устройство для крепления пластмассовых дуг. Закручиваю все это саморезами с круглой головкой. И все это закрепляется потом вот сюда. Вот так. Здесь я приделываю еще два шурупа и закручиваю два длинных самореза. Сейчас я вам покажу, что я сделал с теплицей. Вот такие крепления с двух сторон. Здесь между рамами я набью рейки, щели, чтобы закрыть. Сверху положу полиэтилен, 8 метров купил уже кусок. Вот здесь будет дверь. Когда дверь открыта, я сделал крепление, фиксатор, чтобы не разбить стекло. За ручку. Когда дверь закрыта, два шпингалета снизу и сверху. Вот так. Стекла будут целы. Сейчас мы пройдем внутрь. Вот я закрываю. Открываю дверь и закрываю фиксатор. Все. На ручке. Здесь я уже землю вскопал. Здесь даже уже теплее, без крыши. Вот так выглядит небо. Вот оно, мое любимое солнце. Здесь на северной стороне небольшая дверь для проветривания. Вот такие дела. Остались рамы. Я тоже, наверное, парнички сделаю для огурцов. Внешний вид такой. Вот он, внешний вид. 2,30 внутри ширина и 6 метров 20 сантиметров длина. Когда соберем урожай помидоров и перца болгарского, я вам покажу новый фильм. До новой встречи!